Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Hard World. Так, у нас сейчас четверка заходит. Да. Мы пока покатаемся немножко. Поищем домики для рейда. Играем все на том же сервере. IP. И на IP сервера и название будет в описании, поэтому просьба. Когда заходите на сервер, там есть... Точнее, заходите под видео, там есть кнопочка «Еще». Нажимаете на нее и видите, что... Есть в описании под видео. И не нужно писать каждый раз, что за сервер, да, IP. Я поэтому сразу говорю, я на эти комментарии даже отвечать не буду. Вот. Также ссылка на группу ВКонтакте и на магазин данного сервера тоже будет в описании под видео. В том я случайно забыл ее кинуть. Кстати, чья-то тачечка тут. Походу так же разобрали, как и ты. Показывал разбирать. Так, надо сейчас домики поискать. Да, разобрался с Warp X. О, скорость 61 метр в секунду. Серьезно? Этот Warp X, он, короче, как и на Йоло Харде. Ну, я на Йоло Харде не был, но мы вроде на Warp X не... О, рейданули уже чувака. Да, неплохое место. У нас здесь домик админа был. Мы рейдили. На одном из серверов. Вот это было, конечно, жесть. Короче, все, что мы зарейдили, тем мы и окупились, по факту. Вот один, ну, насчет один в один не знаю, мне кажется, мы даже потратили чуть больше, чем было. Но там сразу же дрели были с бесконечным этим. Ой, не с бесконечным, ну, как только рейданули, да, там сразу уголь в каждой было по стаку. То есть я вот такую вот фишку не понимаю немного, почему в каждой дрели уголь по стаку, хотя ее запускали вот только недавно. Так, мне кажется, я проехал то место, которое я хотел. Миш, ну что у тебя там? Короче, четверка, скорее всего, сейчас заходит, поэтому молчит. Вот, но я надеюсь, что не зайдет. Его почему-то выкидывает. Админ перезагружал сервер. Да, и теперь он что-то начал лагать. Ну, хотя, походу, и до этого лагал, как я понял. Перезагрузил сервер, вот четверка не может зайти. Я, конечно, зашел. Да, админ нам выдал привилегии. Я не помню, там какие-то... Ну, в общем, випку вроде четверки. А мне YouTube сейчас... Вот, YouTube привилегии. Это привилегии, как я понял, стоит там в районе 10 тысяч вроде. За месяц, кстати, или за год? Ты не знаешь? О, кстати, а вот и домик. А вот и домик, который, кажется, зарейдили. Да, домик зарейдили. Вот, коробки с лутом исчезли. Ну ладно, фиг с ним. Вот, да, вот этот YouTube привилегию выдали абсолютно бесплатно. Админ заходил на сервер, поговорил и предложил. Ну, Миша решил с ним договориться. Вот, но я не играл день, так как был на работе. Поэтому я точно не знаю, о чем там Миша с ним договорился. Он хотел зайти объяснить, показать мне все вот эти привилегии, как в через чат. То есть, когда вы покупаете что-то в магазине, вы пишете slash store, и то, что вы купили, вам выпадает. Дитон там. Ну, на я не говорю, я не помню, я на Йоло Харде ничего не покупал в магазине и не гамал там так час сильно. Мы так зашли, что-то вроде раданули домик и свалили, все. Потому что там вот так там лагало, да. Так что я надеюсь, админ смотрит и что-то сделает с лагами, потому что, ну, это жопа. Так, вот здесь домина была одного чувачка. Ее зарейдили, наверное. Так, да, домину зарейдили. Да не, зарейдили, погнали. Вот тут домина огромная была. Он зафигарил их этими дрели. Ее вальнул, а Миша куда-то отходил. А, гостей провожать, точно. И, к сожалению, обломался. Вот чья-то халупа. Вот чья-то халупа. Ее рейдили вон. Кстати, не дорейдили чуть-чуть. Эту снесли. Да, тут все посносили. Но это первый РТ, как бы. Тупо было бы, да, на первом РТ, ну, что... Слева дом на горе. Да? Ну, скорее всего, зарейженный. Давай еще посмотрим. Нет, смотри-ка, нормальный. Но он маловатый, но в принципе, куда... У тебя хом там стоит, скажи мне, дружище? Скажи, что да. Где? На базе. Конечно. Слава богу, тэпнись за сишкой. Сейчас, погоди, хотя не, погоди 5 секунд. Хочешь фокус? Ага, шутник хренов, да, сейчас бы. Это твоя халупа, замечательно, да, тэпнись за сишкой. Спасибо, братан.
Ну ты красавчик. Ну ты просто... Ты хоть застроил бы его, я не знаю. Нахрен нам не надо. Ну не знаю. РТ-шку лутать. Кстати, в зиме есть одна хата неплохая, могу показать. Давай, садись за руль, погнали. Давай. Сейчас посмотрим, покатаемся немножко. Да, если что-нибудь найдем интересное, то продолжим. А в общем, все, ребят, нашли домик, продолжаем. Четверка так и не смог зайти. Админ написал, что рестарт сервера через 10 минут. Да, и поэтому надо сейчас рейдануть срочно. Вайп, да, сейчас. Ну, он, я не знаю, просто рестарт. Он просто вырубит сервер, врубит, да. Вайп через один день. Да, вайп через день. 20 часов. А то он, скорее всего, просто рестартнет сервак. Так, и еще одна. О, два ящика, давай. Так, минус два, пять дрелей зеленых. Животинка бежит, расстреляю ее. О, 50 алмазов, а я пока сишку поставлю. Сейчас я почекаю по дверям, да, вот сюда. Ты что там с ней так долго возишься-то? Да не убиваем. А, черт! Во, видали? Вот эти вот лаги мне точно не нужны. А, кислота! Я думаю, что за бред. Так, все, тотем. О, Василий, блин, еще и дверь открыл. Нет? Машинка. А, тотем, вот. Так, тут трое человек играет. А, три детона. Ну вот, мы окупились. Мы окупились. Так, сейчас еще пять. Ну, блин. Да, еще. О, кстати, синька, зеленка, янтарь, ребят. Все вообще топенько. Нам все. А, ну все, красава. Да не, я видел их. Так, легендарный. Блин, я только навожусь, он уже забирает. Так, дрели, это фигня, движок. Что нам тут еще надо? Шкуры нам не нужны, это нам не нужно, это нам не нужно. Так, у ребят есть что забрать? Да. У нас просто еще детонов дофигища, и нам бы сейчас сделать себе сижик. Ну, тут тачка топовая, хули. Еще топовая тачка? И у нее слотов до хрена будет. О, неплохо. В общем, ладно, ребят, сейчас мы найдем еще один домик и продолжим. В общем, вот, ребят, еще домик нашли быстренько. Так, сейчас рестарт сервера. Блин, я не могу сишку поставить. У тебя топор есть? Есть. Руби, руби. У меня, я, скорее всего... Нет, я, у меня нет топора. Ребят начинают резко отключаться. А, можно... До двери рубить? До двери, да, до двери. Проруби хотя бы... Вот, смотри, вот этот вот куст. Нет, не этот, вот этот. Блин, да не этот. Вот, да, 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 да. Так, у меня даже кирки с собой нет. Фак. Сейчас я посмотрю, что по киту у меня. Сейчас точку возрождения сдам. Серьезно? Ты... Фак, как так-то? Надо было сразу задать. Давай. Я бы на тачке влетел, но тачка... А, стоп, подожди, тачка. Подожди-ка. Давай, нам нужна твоя помощь, быстрей. Надо сейчас... Ну ты задай кит этот. И давай перевернем тачку. О, смотри. Минус куст. Молодец, красава. Так, все, 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 все. Ну, зато я помер как герой. Сейчас я умру как герой. Молодец, сынок. Хардкор у тебя не забудет. Да. Активируем блок на телепорт и строительство на одну минуту. Ай-яй-яй. Так, я внутри, но это мне не помогает. Я сейчас сдохну тоже. Отходи, 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 я должен жить. Я жив, но мне это не помогло. Я сейчас сдохну. Ну, в смысле, как только зайду в дом. Все так в черном цвете. Давай, ныряй ты. В тебя, вся, на тебя вся надежда. Ты ранен был? Есть, тотем. А, я сдох. Блин, жесть. Шесть сишек, собери с меня шесть сишек. Дай я сейчас почекаю, посмотрю, что там хоть есть. Oh, yeah. Так. Да, правильно, нахрена дверь-то закрывать? Все, я забрался. Все, красавчик. Там, по-моему, ничего нет, я не верю. Так, стоп, что у нас здесь? Стоп, а что у нас? А, прогрузка? Я думал, прогрузка идет. Так, хламина. Хламина. Хлам. Хлам, хлам. Стоп. Там топор есть, можно забрать. Да, реально хламина. Так, стоп, но это не все же, мне кажется. А, авторизоваться. Так, стоп. Че хоть дом-то? Ага, ясно. Да, я тоже подумал об этом. У него отстрелочная, скорее всего, наверху. Но как-то по-тупому, если честно. Отстрелочная, на которой ящика нет. Так. И не заныкал даже ничего. Ну, ладно. Тут буферка, мало ли. Да-да-да-да-да-да, я тоже об этом подумал. Аккуратней, там буферка, блин, у нее мало ли. Сейчас сдохнешь.
Да, он себе этот скрафтил, рюкзак последним, и все. Один тогда в этом, в буферках ныкал дома. Так, в общем, да, к сожалению, тут ничего... В буферках ныкал. Ой, дома, скажешь, ящики ныкал в буферках. Да, ладно, к сожалению, тут ни черта нету. Ладно, ребят, на этом мы закончим пока что. Сейчас будет, скажем так, сервер рестарт, и тогда мы потом уже продолжим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.